Приветствую вас. В первую очередь, надо бы, наверное, определиться с целью. То есть вы хотите что-то делать, чтобы что? Какая цель у этого всего? То есть что вам нужно? Какая цель? Перевоспитать молодого человека у вас не получится, хоть он и младше вас. Гармонизировать с ним отношения можно. Это вполне возможно будет. А, ну, гармонизировать отношения с человеком вполне возможно. Если вы действительно хотите это сделать, если вы действительно хотите гармонизировать с ним отношения, вот, в себе можно разобраться также. То есть можно разобраться в себе и соответственно, поисследовать, почему, например, вы курите, допустим, тот же косяк, да, по какой причине вы курите, начали курить косяк. Какие у вас, к примеру, отношения с родителями, то есть какое они имеют право, по вашему, опять же, мнению, быть против или не быть против ваших отношений с, ну, с, ну, с молодым человеком, например, вот. То есть это, на мой взгляд, нужно исследовать. Нужно исследовать, как так вышло. Какие у вас отношения с родителями сложили. Также очень желательно, к примеру, понять, что вам нужно от своего мужчины. То есть вы говорите, что человек предыдущий молодой человек для вас много чего делал, был таким хорошим, но вы все равно с ним расстались, и расстались вы из-за текущего молодого человека. Это несколько странно, потому что если расстались из-за текущего молодого человека, то, возможно, к предыдущему у вас не сказать, чтобы были какие-то сильные чувства. Если сильных чувств не было, значит, вы себя, по-видимому, склонны обманывать. То есть вы склонны к самообману в этом смысле. Если это действительно так, то нужно это исследовать. В своих чувствах к молодому, ну, к молодым людям, к мужчинам, а также с тем, как конкретно вы выстраиваете, допустим, отношения с ними, что между вами общего, к примеру, и так далее. Вот этот момент нужно выяснять. Нужно разбирать. Ну, чтобы понять, что вы хотите. Чтобы понять,
что вам нужно. Вот. На мой взгляд, это один из ключевых факторов, на который вам необходимо обратить свое внимание. На мой взгляд. По поводу семьи, криминальности семьи и того, что вы пишете другой религии родители, все это мне не представляется чем-то очень важным, если честно, при условии наличия чувств, конечно. Вот. То есть, здесь вот такая история. Подсказать вам, как быть, нужно только в том случае, если вы для себя определите, что вам хочется, что вам нужно. Вот. Мне кажется, основная проблема заключается в том, что вы стыдитесь, с одной стороны, не желаете брать личную ответственность, с другой стороны. Такое мое мнение. Потому что вот стыд это, когда вы боитесь как-то отношения выстраивать, да, стыд. А вот. То есть тут встречается тайком, потому что родители запретили общаться, вот. Как вам 23 года могут запретить, да, общаться родители, это большой, на самом деле, вопрос, насколько вы самостоятельны и так далее. Вот. То есть, в первую очередь, здесь вот нужно обратить внимание на вашу самостоятельность, на вашу сепарированность от родителей, вот, и в этом направлении вам желательно бы двигаться. И, с другой стороны, как вы относитесь к молодому человеку, насколько вы его принимаете, потому что мне показалось, что в известной степени вы его обесцениваете, в известной степени вы его, как бы, недооцениваете, что является, на мой взгляд, ну, в общем-то, тоже неприемлемым, вот, на мой взгляд, повторюсь. Это, на мой взгляд, является абсолютно неприемлемым. То, что вы его, к примеру, недооцениваете. Вот. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Если эти проблемы вам откликнули, соответственно, буду рад помочь. Обращайтесь, потому что, ну, тут вы очень мало всего написали, плюс непонятно, что вы хотите. А пока я вижу какие-то вот комплексы, да, какие-то зажатые страхи, вот. И отсутствие уверенности в себе, в своих силах и, наоборот, подавление себя другими людьми. Вот. Может быть, в силу возраста вы неуверены в себе, но вообще-то говоря, вы находитесь в том возрасте, когда уже пора нести полную ответственность за свою жизнь. Вот. А вот почему-то семья запрещает, то есть, как бы, это вот такой нездоровый момент, его нужно корректировать. Смотрите, для себя возможность сепарироваться от родителей. Это самое главное. Сепарироваться духовно и материально желательно тоже. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.